Так, начинаем играть Масяня Евротур. Мы пришли в полной Африке, теперь Евротур. Поехали. Так. Йоу. Ну чё, Хрюндер, я тебе скажу, мы с тобой вообще молодцы такие. Один бриллиантик вроде удачно так продали. Сейчас полетим в Париж, погуляем, оттянемся. Ну а там, глядишь, бандюганы про нас и забудут. Надеюсь. Остальные брюлики, кстати, в кукле спрятаны. Там что, так что там все надежно это. Законспирировано. Да, жалко только вот лохматый куда-то там в Австрию к своей какой-то родственнице свалил. Ой-ой, смотри, а это же наша сборная по футболу. Небось на чемпионат мира в Барселону намылились. Надо было нам тоже в Барселону валить. Мужики, я же не кошки две. Так, стоп, а билетики-то где? Мои билетики-то где? Ой. Вон они. Фу ты, господи, вон они. Ты это билетики лучше к себе положи, а то видишь, у меня карман как оттопыривается, трусит. Крюдель, беги быстрее, гориллы нас нашли! Пустите, пустите меня, быстрее, быстрее, да пустите, там гориллы меня, пустите скорее! А, мне-то куда же мне, а, куда? Чёрт, блин, рюкзак забыла! Эй, такси, автолюбитель! Стой! Быстро, шеф, гони, на север, юг, запад, на восток, куда, гони, быстрее! Фух, что ли, пронесло пока, ой... Ой, а что это за хрень? Что это такое за... Это не мой рюкзак, блин, ну ёк-каламане! Фух, а чё это за тапки, чё это за валенки? Это... Блин, это же счастливые бутсы футболиста Шершавина, слышишь? Блин, ну без них он точно ни хрена не забьёт в Барселоне, блин, чё сделать-то, а? Ну, блин, попадалово, ну вообще, давай, шеф, давай, крути баранку, давай, на вокзал. Не иначе как придётся в Испанию терпелить. Спасать отечественный футбол, чтоб его. Ну, ё-моё, последние деньги этому автолюбителю отдала, а? Кровосос. Придётся, не знаю, что делать. Придётся проводника искать, как-нибудь уговаривать его бесплатно взять. Полезет фигать со своими волосатыми руками. Обломает-то. Окей, уровень 1, самый первый Россия. Войти в поезд. Ты подожди. Дорогой, уважаемый, обожаемый, прямо-таки товарищ, господин проводник, не будете ли вы так любезны мне как-нибудь оказать помощь и отвезти меня в Варшаву на халяву? Я понимаю, конечно, что наглая просьба, но может что-нибудь придумать, скажите, пожалуйста. Ну-ка, отвали-ка. Не, ну что значит вали? Я, в принципе, отработать же могу. Я, конечно, без интима, но что-нибудь можно сделать, можно там поработать как-нибудь. Ну, если только радио подвинуть мне. Тогда может быть, конечно. Ну и все, мне пару дел надо. Насыпь табаку мне в кисет и почисти чайник. Тогда может быть, конечно, да. Ой, ну это я могу, это я точно сделаю. Давай, говорить. Окей. Так, для начала отвертка нужна. Да, это предмет, если сверху не пишется. Подождите, а я сначала на улице вышел, поискал бы тут. Почистить радио, починить чайник, обчистить чайник, был не чистили собаком, найти целую батарейку. А продавца-то, видать, замели. Торговал в него, с чем попало. Купи 5 чебуреков и собери целую собаку. Закручено, заверчено на шуруп. Угу. Не хотел человек, может, ехать. Какие-то кнопки. Ну офигеть, блин, все кнопки подколупывали. Тюмелые ручки. Ну вот, я же кнопки. Сколько их там? 8. 1. 2. 3. 4.
чё за лохи? Ну кто ж чемоданы так без присмотра оставляет? Ходят тут же всякие, всякие. Я тут хожу, вот, например. Угу. 5 6 7. Это похоже, конечно, но это не то, что нам надо. Ну чё? Ну чё? Понятно, нет. А вот. Что? А чё на слабе сделал-то стоит? Может, на ней это, под Гарри Поттер ведь? Есть такой глагол? Может быть. Так, нет, вот. Нет, фигня. Ты понимаешь, чтобы по каждой кнопочке вставлять? А чё нам надо? А, нет. Понятно. А что надо? Ладно, пока ничего не буду покупать. Давай пока вагон гоняем, может там что-то найдем. О, ну, кстати. Ножик. Ага, все. И чиним радио. Сразу видно, на этом столе вершились великие дела. Угу. Кстати, что за чемодан? Чемоданчик здесь, а техника нету. Вопрос, где техник? Ответ под забором, конечно, где же чем? Угу. Зачем? А, кстати, вот проволока. Мона Лиза, Джаконда, Анаконда. Мыло. Нет. Чё? Для каждого замка существует свой ключик. Ага, вот еще новый ключ идет. А что такое? Калгути? Вообще не очень такое. Может, для чайника? Господи, страшно представь. И щетка теперь вот чистить. Заебись. Так, ну это моя нам что-то тут номер. Может первая? Слушай, нам нужно табаком, значит нам нужно по факту сигарет. Это? Ну вот, ты ковырил ее теперь, выколупывай. Вопрос только вот чем бы, а? Угу. Ой, да ты молодец. О, давай, садись тут. Ну спасибо тебе, Гаврила, огромное. Ты смотри, если тебе до Берлина, я тебе, кстати, могу в багажник пристроить. О, крутняк, давай. Только ты мне тогда за это чемоданчик с матрешками контрабандный передашь продавцу в Берлине. Идет? По рукам, Гаврил, пошли загружаться. Давай, залазь, подам тебе чемоданчик. Фига себе тут бардак. Ой, фу, черт, Гаврила, оставил мне на сиденье. Цирк тут что ли едет?
Здравствуйте. Фу, ты еще одно пугало. Ты кто такой? Меня зовут Глист. Я профессиональный безбилетник. Типа халявщик. Ну привет, коллега. Я Масяня. Контрабандист мартышек. Матрешек. Ну тогда сразу к делу. Тут, короче, в соседнем вагоне ресторан. Давай я поваров отвлеку, а ты раздобудешь что-нибудь посрать на дорогу. Ну давай, давай, Глист, просочимись, раз уж пошла такая пьянка. А то нам с тобой придется этого тигра жрать по дороге. Или ему нас. Смешно. Итак, лезем в соседний вагон еду воровать. Проблема полосатый монстр на пути. Решение отвлечь чудовище чем-нибудь и быстренько проскочить двери. Вот так. Окей. Деревяха плотно сидит, да? Больше? Не вытащить. Что ли? Можем. Фига себе, чувырла какая страшная. Сожрет ведь и не подавится. Факт. Что за якорь делаем? Ага, ну-ну, может мне еще нырнуть туда за якорем? Ну конечно, позапирали тут все. Там чувак сидит бедный. Ну ты че, надо этого зверя как-то отвлечь. Иначе не подойти вообще. Ты что? Да ну ты че, у него на морде написано. Ветеран каннибализма и масяниедства. Не, ну конечно, надо сначала гирю убрать эту дурацкую. Не, я коробку в жизнь не открою. Блин, да эта гиря 1000 кило весит, я не могу ее убрать. Вот если только сдвинуть чем-нибудь, вот такого скользкого чего-нибудь добавить бы. Понял, знаете, что скользкое. Это, наверное, нужно долбануть чем-нибудь тяжелым, чтобы его открыть. Так думаю я. Кирилл охуенный. Здорово, костлявенький. У тебя ведь наверняка найдется, чем тигра отвлечь, а? Надо в ящик вот этот залезть. Там зайц торчит. Так, о, что это такое? Глаз. О, кстати, ключ какой-то. Оля, очки висят. И ключ какой-то. Вот что за уроды ключи под потолком вешают, а? Додуматься. Тут еще, между прочим, тигры шастают. Чем бы их сбить, а? Может, бумерангом? А, кстати, может ключ, кстати, от этого быть. Аквалы сюда. Второй глаз. Даже и не думай. Мысли второй глаз, не? Не, ну тут надо как-то по-другому вообще. Может сюда второй глаз? Не, так ничего. Волшебная палка одноразовый для превращений. Что-то в этой фразе говорит мне о стране производителей. А, кстати, там еще вентиль какой-то есть. А, он не понадобится, видите. А, может наоборот, наоборот, может забрать глаз надо не вставить. Ишь ты, друг, какой угрюмый. Прям вы эти Кашпировский. Кто? Не, я просто не знаю, Кашпировский. Добрый день. Нормально ходит. Фига себе, чувырла какая страшная. А может по ее палочку шину? Ящер превратился в сало? Я тебе сплю вообще. Чуть мне не хочется еще раз сало. Твой ящер. Твой ящер. Ну вообще, конечно, может и пригодится, фиг знает. Окей, сало есть. А, нам же якорь может понадобиться. Заперто, завалено, блин, точно не открыть. Может через решетку... Заперто, завалено, блин, точно не открыть. Может... Как бы ее выдрать-то оттуда, блин? Вот бы что-нибудь такое привязать к крючку к этому, а потом как дернуть? Во. Может, якорь?
Переговорим ехать. Чем я с ним делаю? А, кстати, у нас же тут люк, если не на ней забыли. Может, ее отпилуй? Нет, ушки, туда я точно не полезу, мне еще до Берлина ехать. Понял. Да, Саня, скорее иду и си. Я поварам сказал, что машинист пирожком отравился. Они побежали отмазываться, вернуться с минуты на минуту. О, ну, дружище Глист, я смотрю, тут прямо офигенный банкет готовится. Наши желудки такое пропустить просто не имеют права. Ну, так поваров-то все равно нету. Они приготовить главное блюдо не успеют. А значит, отменят банкет-то. Ну нет, я лучше сама тогда все приготовлю. Но на банкете уж мы оторвемся по полной. Что это такое? Ну не свинухи ли, а? Все заляпали. Половина курицы, одна морковь и одна соль. 10 градусов мешать медленно. Понял. Вот как пожрали, так разбросали все. Как готовить в таких условиях? Забрал, хорошо. А, бутылку? Вот как пожрали. Уработался повар, это бедняга-то. Отдохнуть прилег. Ты главное обделайся там, красавец. Вот как пожрали, так. Вот как пожрали. Ебать, конечно. Так вот жрешь, жрешь. А потом тебя жрут, жрут. Сиди пока там, где сидишь, красотуля. Да, птичка-то больно пухлая. Надо ее разрезать чем-то. Ага, водичка уже на месте. У вас сразу сюда тут соли и морковки. Слушай, а мы можем вместо сала какого-нибудь типа масла? Да, мы можем. Один нужно взять. Масяй, ну давай пожрать, готовь скорее, я сейчас за... Там он же один лежит. Чё? А, сковородка, мясо. Будет смешно. Даже и не думай. Уработ... А, кстати, картошку может понадобиться. Ну, у нас сначала все эти... Логично. Сейчас что-нибудь придумаем. Слушайте, может что-то тут? Что-то мне эта идея... А, у нас же кирь, кстати, есть. Может, как-то вот этой? Ну и конёчки. А, это чтоб мясо разрезать. Ну плиту-то включить сначала надо, это чай не скатерть самобранка. Чё? Ой, что-то газу нема. Надо газ включить. Окей, включим. А, кстати, тут же вода есть. Давайте, может, вернуться. А, вот тут я думал. А чем его открыть-то? Угу. Теперь есть вот. Но почему? В рецепте же написано тушить при температуре 200 градусов, но ты при ней тушила. Очень смешно, Глист. Ну главное, вроде блюдо готово, типа. Только одеты мы с тобой, Глист, как-то, блин, хреново, мягко говоря. Надо какие-то шмотки поискать. Тут что-то было такое, что на скелета одевали. Надо поискать и приодеться. А, это скелет? Ну, во-первых, вот это раз, очки, два, перчатки, шляпа,
Бусы. Осталось найти волосы и шляпу. Отдаю сказки. А, волосы и шляпу не вижу. А, вот она. Что-то мы забыли? Во-во! Вот эти вещички для скелетов. Так, это есть. Перчатки есть. А, галстук у него. Вот он. А. Нет, и всё, я это не одену. Типа... Нет, и всё. Ну ему типа шляпу дать, галстук, и всё. Не, ну это вообще ничем не отличается, а ладно, это хочу волосы есть. Так, ну чё, где мне этого хмыря-то искать? Матрёшка с балалайкас, from Russia with love, перестройка! Матрёшка с балалайкас, from Russia with love, эй, мужик, дай сувенир, матрёшка с балалайкас. Матрёшка с балалайкас? Эй, нет, у меня теперь посылочка, чемоданчик от Гаврилы. Тихо, пойдём со мной в магазинчик там разберёмся. Ты там пока сядь вон там. Сейчас я чеку там тортик. Ну ладно, чеку там, окей. Я чё, просто... чё за прикол? Открывай обратно! Эй, ты хмырь безмозглый! Что за хрень? Фига себе! Ты там не дёргайся! Закрыт всё надёжно! Сиди не рыпайся! Вечером приду, будем жениться! Во! Нормальный ход. О, блин, не пруха какая, а? Вообще просто труба. То какой-то вагон со зверьём, то теперь магазин с маньяком. Надо как-то отсюда валить срочно, пока этот хмырь не вернулся. Что такое? Значит так, план такой. Уматывать отсюда нафиг, пока этот дебил не вернулся, а то чует мое сердце. Прям жениться захочет. Согласен.